первый снег будет у Илья. Такие вайбы приятные на улице. И мы сейчас двигаем на секонд-хенд. Книга отзывов. Есть желание что-то черкануть именно? Сказать, людей слишком много. Дальше народу прям очень много. Я не хочу даже смотреть туда. Вперед на заводе, что нужно, когда бежать и что брать вообще? Туда, назад бежать. Сэшка там, у дороги, через дорогу. Мое лицо не снимает, понял? Мое лицо замазано. Первый стоит. Вот здесь, да? Да, я не хочу, у меня есть узнаватый. Ой, все рейлы упали. Бля, ну все, пиздец. Что-то тут это чуть поломалось немножко. Блин, чуваки, а что происходит-то вообще? Чуть-чуть уронили-то немножко вещей-то. Ну дайте что-нибудь подобрать-то хотя бы. Вот это мое будет, пусть так. Тут еще. Что я подобрал-то хотя бы? Хоть фигню. Это пиздец полный. Здорово. Это пиздец, чуваки. Что, есть что? Да я не знаю. Че, я пришел тут уже все с пола пришлось забирать. Вон. Зип ходи, Найк. Ну что ты взял в итоге? Неужели глянцевый пуховик Пума? Да. И то женский, никто не ездил. Я вот что взял, видишь, блядь. Ранение на завозе. Ну, бро. Забирай себе подарок тебе. Вот. Да? За 2500? Да, женский. Спасибо. Чуть потоптали. Смотри, рэпер какой стоит, его даже не узнал. Да, что взял? Охуели? Давайте. Смотри, что у меня. Чего? Чего взял? Джинсы Маскина. Мейденутри. Зип худи Адидас, зип худи Найк за 1500. В целом пойдет. Капа, да, такая прикольная, за 1200 всего. The North Face, 1500, нет, такая мне не нужна, наверное. Какой-то винтажик прикольный. Ты куда пошел-то? Вот это я заберу. Прикольно. Да, очень классно. Блин, в пятнах, правда. Но это пофиг. А я тоже. Вулрич. Охуенно. Это как худрич. Худрич. Бикнись. У меня рич, пич, я... Все, вру, хорош. Что-то джинсы прикольные. Такие именно. Трубка мира. Все же уточнения сюда. Качество дойдет. Ну, короче, бро, я понял. Пухан Пума у нас еще есть. Ты можешь сказать фразу, пожалуйста, мы с тобой еще не приедем? Ну, тут хотя бы весело было. Нет, что думаешь? Это может быть винтаж. Покажите. Я эксперт по фэтпэре. Нет, я ни разу не брал. Нет, он выпирает вот эту линию. Видишь, потрогай ее. А упаленная? А у тебя-то что? Я вижу, у тебя... О, ну это жир завоза. Это, безусловно, жир завоза. Эдидасик прикольненький. Нормально такой, прикольный, базовый. А это что у тебя? Найк, тишка. Казалось, что Стасик. Близко. Не, если бы был Стасик, был бы... Хуйня? 400. По-братски. Оп. Вот и вешалка появилась. Все, я не пустой, мне вообще похуй на все теперь. Смотри. 400. Сколько? 400. А ну, дал бы себе. Любители Nike Pro. Это Гурков? Я думаю, это хорошее уважение встретить. Вот это? Да. Вон целая
целлюлины. Звучит, как будто макарон какие-то. Гурков? А? Гурков? Нет, это рэп уже. Ты джинсы свои видел? Гурков. Ты уже купил и ушел. Наверное, Гопков. Я не... Он вообще, я ему сколько раз говорил, он так и говорит Гопков. А я чисто... Горкоп. А? Горкоп. Ну, а как правильно? Горкоп. Ой, бля! А? Улыч, Найк и Капу. Найк, чем? Он не слышит. Он не слышит. А сколько он стоит? 1500. Мы через месяц заходим на его канал, там просто. Два просмотра. Розыгрыш на кофту Найк. Бля, нахуй я не взял? Чуваки, этот... Зачитай что-нибудь. Охуел! За это лаки. Мне кажется, что он в боку, потом он выглядит как Робокоп. Бля, самый охуенный это вот так вот. Это ж масло, бля! Бля! Не, чё, реально смотришь на меня? Ну-ка, ну ты её надень нормально. Ну, по типажу. Я нормально одел. Нет? Ну, я не знаю, у тебя уши как-то торчат. Бро, ты как синячок просто. Качнулись. Не толкайся, извини. Так и стой. У меня все по минутам насчитано. Тайм-менеджмент. 15 минут здесь, 10 минут там, 15 минут там. 5 минут сон. Чего выходит? Выходит 1 000 000 рублей в месяц. Им или нет? Это женские, маленькие такие. Это North Face? Вообще нет. Маленькая. Такая тематика. Что-то вообще мимо. Playboy. Хотя, не знаю. Ну, такая тематика вообще ничем не интересна. С дыркой. Арсенал Винзайзер. Какой-то сезон. Твоя тематика, я понял. Ты не шаришь. Дживанши у тебя, я вижу футболку. Я выдумал тебя, знаешь, сказал тебе прости. Не-не-не-не, бойцы. Женская. Чего там, Массимо Дути? Лагерфельд, ура! Чего? Эск. Возьми. А? Это вообще офигенное поло. Так это тоже рак, хороший. Вот это что? И по-братски, нужен... Мне это... Нет, сразу? Забей, забей. У меня, короче, вот такая тематика есть. Вулрич, еще один. Вот это есть. Слышь, амбассадор Найк. Че? Амбассадор Найк, да? И такой пухан за Михаил. Бакс.
потому что она женская. Стон Айленд, в смысле? Развел, конечно, ребят, он смешной парень. Вообще не шарится. Я, знаешь, я боюсь, что вот если можно будет тут вообще бомба. Это обычно, да, взял? Да, обычно там уже. Вообще сказка. Сюда. Но я тоже понял, я ее держу и чувствую, что она... 5% кашемира такие тун-ту-ту-ту-ту-тун-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я бы себя так увидел. Ребята, поймал лысого из хулигана Зеленой улицы. Или как там фильм называется, короче? Ну, короче, лысого поймал. Потом сделал что-то такое. Ту-ду-ду-ду-ду. Мне кажется, нет. По-моему, тоже нет, да. Ты где это взял? А это продавщик достал. Достало? Это мужское, походу. Он в женском висел. Ну, это... Что это? Нет, сори. Самое... Не, согласись, что-то есть в этом, когда ты надеваешь тренч и худи. Да. Ну, худи, есть, да, худи как будто вообще сюда не к месту. Нет, наоборот, есть что-то в этом. Такой стиль. Ну, ты понял, ты такой именно, ну, я художник. Художник. Шляпы не хватает. А можно я опять жирный лоб скину вас? Ты можешь чуть повыше как-то? А, блин, а, стой, стой, стой. Чё? Стой. Мне надо снимать это. Да. Там что-то есть? А? Есть что-то? Нет, ничего нет. Это важно. Ну, подъёмный был, я его продавал летом год назад. Я понял. Ты если не понял, 10 тысяч. Я понял, спасибо. Это 5 тысяч плюс 5 тысяч. 5 тысяч плюс 5 тысяч не стоит. Сейчас давайте посмотрим. Просто сказать нормально. Это, по-моему, что это, вообще... Паль? А, паленый Джек охуеть. Паленый? Да, да, был. Джек Пушкин. Да там их много висит. Джек Пушкин. Белстов у меня, куртка такая, Аризона, помним, да? Это... Чай, который? А? Чай, который делают? Вот эти фильмы 50-х. Там все обратно.
Ну а, ты то есть без всего? Срезанные ветки вообще. Слово. Маленький. Вот это, о, вот это нормально, кстати. Да, да. Это можно брать, бро. Я тебе отвечаю, это прям норм. Если чё... Окей, бро, я помню. Новые шорты Ли, не знаю, нахуй взял. Ну, я не послышал, я стикер. Вот это, я не знаю, я подумал, что это, блядь, оффайт сначала, и чё-то понравилось. Потом понял, что это... F-басисты. Это F-басисты. Ну, пока я его занимаюсь, я пойду. Давай, давай. И? Вот это я не знаю, что это такое. А, Хуго Босс. Ну, мы тоже весь там, бля. Дай сфотку, можно, пожалуйста? А? Дай сфотку, пожалуйста. Брат, фотка вот так. Это живого пойдет. Покажешь рубашку? Сколько она вешает? 800. Ну-ка, примерь ее быстренько. Именно я. Именно ты. Фотка, он не хороший. А? Ненормально. Нормальный чемпион. Я люблю. Он чемпион? Да. Мы помним, что ты любишь чемпион. Почему? Особенно футболки всякие. Почему? Брайз за 500 продавать за косарь. Нормально пойдет. Бро, все чего начинали? Куда ходить? Там, брайз за 700 продавать за 1200. И комиссия 5%. Все, комиссия 5%. Приталенная, да? Или нет? А ты вот так сделаешь? Вот так сделаешь? Не, вот так руки в сторону. Ну не сильно. Как аккуратненько. Короче, зовите меня, я думаю, там так, чуваки, ну, время подарить итоги. Что я взял? Давайте я вам покажу. Deep Hoodie Nike. Ну, тут, конечно, без комментариев. Deep Hoodie Woolrich. Шерстяное. Все такое в шерсти, колючее, теплое. Нормас. Прикольно. Шерстяной свитер. Винтажный капа. Ну... Да, я жду комментария, шутки про капу, но, чуваки, это реально вещь хорошая. Вот, посмотрите, тут даже вулмарк, типа шерсть ягненка, свежая, непереработанная, все дела. Джинсы Carhartt, ну, чисто Texas Panty такие вот, кайфовые, на ковбоя какого-то. Или не Texas Panty, да фиг он знает, короче. И вот такая вот куртка Y2K, так сказать, Bogner. Такая вот. На телеграм-канал подписываемся. Вот эти все вещи там будут. Я еще что-то взял. Еще там рубашка Burberry. Ну, она там откисает, короче. Еще какие-то вещи. Но это я даже, честно говоря, показывать не хочу. Все. Короче, телеграм-канал переходим. Подписываемся. Лайки ставим, вещи покупаем. Все, всем пока.